Ты знаешь, кто знает, может, не лучше, а хуже. Я вот, извольте видеть, Вразумихин. Не Разумихин, как меня все величают, а Вразумихин. Совершенно неожиданный характер. Ух. Ну и горчица. Грибов, огурцов, разумеется, не давать. Ну и говядины тоже не надо. Ну и чего болтать-то? Микстуру прочь, все прочь. Ну я к Пашеньке. Убирайся же к черту, стой! Да, стой, слушай до конца. Родька, еще объясняет. Не только краска, а воспаление, долго приготовлявшееся. Слушайте. Слушайте. Слушайте, я вот что сделаю. Отдаться за... Наконец я отвел Порфирия к окну, поднес его роже кулак и сказал: размажу по-родственному. Оно что-нибудь с того же.